хорошего настроения. Иду посмотреть, что у меня там творится на огороде. На огороде я не была дня 3-4, это точно. Даша вышла на охоту. Вот в такой позе она сидит уже, наверное, полчаса, а то и больше. Свой обход я начала с кустиков крыжовника. У нас дней 10 подряд были ночью морозы. И эти морозы обязательно скажутся на урожайности. Хотя визуально я вот смотрю, листики вроде бы зелененькие. Но урожайность, конечно, будет ниже, намного ниже. Ирисы я свои не раскрывала еще, но они подросли и, видите, имеют желтый оттенок. Это значит, что они тоже примерзли, к сожалению. А это означает, что соцветие, сам цветок будет намного меньше и намного слабее. Юшточка уже листики хорошо распустила. Чеснок немножко прихватила, пожелтел. Он был такой сочно-зеленый, а сейчас какой-то желтоватый. Цветоносы еще не выпускают нарциссы, а уже бы пора. Лужайка расцвела полностью. Красивые цветочки. Да шутка, я уже обход свой сделала, а ты все в засаде. Даша надоела охотиться, она решила попастись травкой. Молодец, Дашутка. Я вчера смотрела ваши видео, так увлеклась. Поставила Даше разогреваться ужин. Забыла, вспомнила, когда уже полная хата дыму. Видите, что с кастрюлькой? Кастрюльку придется теперь выбросить. Мне от этого ютуба одни убытки. Одни убытки. Так что на радость хейтерам еще раз повторюсь, что от ютуба я получаю только исключительно одни лишь убытки. И ничего больше, кроме убытков. А для большего вашего счастья добавлю, что мой канал не развивается, мой канал стоит на месте. А почему мой канал стоит на месте и не продвигается? А потому что большинство моих зрителей смотрят мои видео не более 3 минут. От 3 минут до 4 минут. Это в среднем, конечно, в среднем. То есть я удерживаю аудиторию, мне удается удержать аудиторию всего до 40%. А этого очень-очень мало. Катастрофически мало. Для развития канала нужно удерживать аудиторию не ниже 60%. Вот если я смогу добиться удерживать свою аудиторию на уровне 60% и не ниже, вот тогда мой канал будет развиваться. А до этого мне очень-очень далеко. Так что успокойтесь, дорогие хейтеры. У меня все очень-очень, ну я не скажу плохо, но и нехорошо.
Я иду Дашке за кормом. Стараюсь, конечно, меньше ходить, потому что, как говорит телевизор, ситуация все усложняется. Но вы знаете, что Даша моя ест только свежую еду, поэтому каждые 3 дня я хожу к Даше за едой. Церковь закрыта, звоны не звенят. В последнем видео был у меня вопрос такой. Меня спросили, почему у меня длинное интро, то есть вступление. А ответ мой таков. Дорогие друзья, я же знаю, что в среднем, я повторюсь еще раз, в среднем, потому что у меня очень много друзей, в которых я ни грамма не сомневаюсь. Я уверена, что они мои видео смотрят полностью. Но есть среди вас, большинство, оказывается, есть среди вас, которые смотрят мои видео 3-4 минуты. Все-таки приятнее под приятную музыку, под красивую картинку переждать, пока пройдут эти 3-4 минуты, чтобы переключиться на другой канал. Так что мои интро в основном рассчитаны на тех моих зрителей, которые смотрят мои видео 3-4 минуты. Я говорю это абсолютно без иронии. Абсолютно. Ничего не подумайте. Я говорю это без иронии. Потому что каждый человек вправе смотреть видео столько, сколько считает нужным. Многие из вас напишут мне, что я не права, что они смотрят видео до конца, если это видео интересно. Но у меня сложилось другое мнение. Мне кажется, мы просмотры видео превратили в рутинную работу. А вот наш дружище. Хочу всем показать, что он жив-здоров, несмотря на то, что искупался в холодной воде. Молодец, молодец. Хороший, хороший. Хороший собачка.